Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пожаловался на невнимание западных СМИ к его словам и отметил, что они проявляют больший интерес, какие нехорошие люди, к высказываниям главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова. Согласитесь, изоляция Москвы, про которую уже каждый день говорит кто-нибудь из Белого дома или Госдепа США, просто налицо. Впрочем, так или иначе, а мистер Боррель не одинок. Как никто уже не слушает его рассказы про конец России, так никто не слушает и обычных немцев про конец Германии. Ведь на предложение запустить «Северный поток-2» из Берлина доносится только мычание, что этого не случится, ведь тогда якобы победит Путин. То же, что в противном случае проиграет целый народ и одна из лучших когда-то промышленных площадок мира, или даже бывшего золотого миллиарда, в расчет не принимается. Олаф сказал в морг, значит в морг. И вот компания «Газпром» снизила поставки по трубопроводу «Северный поток» с 27 июля. Прокачка газа рухнула на 20% от проектной мощности. Теперь объем топлива, что идет сейчас по трубе, не превысит 33 миллионов кубометров в сутки. При этом по паспортным характеристикам трубопровод позволяет прокачивать 167 миллионов кубометров за 24 часа. Конечно, на этом фоне почему-то хочется слышать мнение Лаврова, потому что Боррель с его заклинаниями про европейские ценности нового и правда сказать ничего не может. Впрочем, дальше будет хуже, об этом уже через несколько секунд. Друзья, пожалуйста, не забывайте, что в современных тяжелых условиях мы работаем лишь благодаря вашей исключительной поддержке. Даже 50 рублей вашей помощи нам крайне важны. Номер карты на экране и в описании к этому ролику. Спасибо и вместе победим! Итак, это просто, если честно, сказка же. Санкции против России, заявил министр экономики ФРГ, принимая во внимание уровень инфляции, который впервые за несколько десятилетий превысил отметку в 7%, окажут влияние на процветание Германии. «Это сделает нас беднее», — сказал Хабик, замечательный человек. «Обществу придется это терпеть». Забавно, что раньше за такие слова из кресел вылетали, а теперь же немцы уже вылетели из топ-100 мировых промышленных объектов. Но стрижка только началась. И вот в тот момент, когда газ на бирже стоит уже за 2000 долларов, а на дворе жара и июль, немецкая БАСФ, крупнейшая в мире химическая компания, продолжает сокращать производство аммиака из-за резкого роста цен на голубое топливо, сообщила компания с потенциальными последствиями от сельского хозяйства до газированных напитков. И тем временем ущерб от санкций не будет настолько серьезен, чтобы Москва могла беспокоиться о возможном экономическом коллапсе, пишет The Daily Sun. Турецкое издание приводит слова эксперта Керима Джанкаваклы, который оценил возможности России противостоять западным санкциям. В частности, этому способствует отказ таких стран, как Китай, Индия или Саудовская Аравия, присоединяться к бойкоту, а также способность Москвы искать новых покупателей и зарабатывать на торговле энергоносителями, сообщает прямо вот сенсационные подробности солидный человек. Как говорится, на третий день зоркий глаз заметил, что у помещения нет одной стены. Переживаем, что они зимой смогут оценить, ага. Хотя даже так и это по-прежнему не конец истории. Друзья, сообщаем тем, кто еще не подписан на наш Дзен-канал «Не конец истории», срочно подпишитесь. Там вы найдете эксклюзивные статьи и видео раньше, чем на YouTube. Ссылка на экране и в описании.